Аудитория – ведущие компании транспортного сектора России, стран СНГ и Евросоюза. Цифры 11-го международного железнодорожного бизнес-форума – 1300 специалистов из 35 стран. Количество заинтересованных в сотрудничестве отметил в приветственном слове помощник президента страны Игорь Левитин. С каждым годом растет. 10 лет тому назад, когда был первый форум, мы говорили еще пока о Сапсанах, а высокоскоростные магистрали были где-то далеко, но мы все о них мечтали. Сколько стран, было 11, сегодня 35. Все очень позитивно. Как изменилась карта международных железнодорожных грузопотоков под давлением политических и экономических факторов? Так обозначили тему пленарного заседания 11-го форума. Развитию транспортного коридора «Север-Юг» сегодня уделяется большое внимание. Так, например, с учетом снятия санкций с Ирана, за 4 месяца 2016 года объемы перевозок между двумя странами выросли на четверть. Сегодня в рамках форума было подписано трехстороннее соглашение между российскими, иранскими и азербайджанскими железными дорогами. Оно отражает положение по ЖД-тарифам для привлечения грузопотоков. Еще одно соглашение подписали российские и казахстанские дороги. Документ регулирует электронный обмен данными по перевозкам грузов. Что дает нам преимущество и окончательное формирование коридора из Китая в Россию через Казахстан и, соответственно, в Европу через Белоруссию. Впрочем, в ходе форума говорили не только о международных перевозках, но и развитии местного сообщения. Выступая на пленарном заседании, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обозначил важность форума для края. Для нас важные вопросы, связанные с подъездными путями к Керченскому мосту и внутрикраевые, внутрирегиональные перевозки. И, конечно, соединение нашего региона с другими регионами России. Для нас очень важно, чтобы к нам ехал турист и на наше Черноморское побережье, на наш курорт и ехал в комфортных условиях, что для нас максимально важно. Завершится форум завтра. Участники в рамках круглых столов планируют обсудить ключевые составляющие железнодорожного бизнеса. Это транспортные коридоры, логистика, машиностроение, грузовые и пассажирские перевозки. Инга Габеша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.